Hello, I'm Yann. I'm the director of Traxion Cable in the Gepit. We are producing here some plastic connector and some cable assembly. Our product can be found in the car of your parent, in some aircraft, some airplane when you go in holiday. It even can be found in some satellite that are giving internet in the world. Компания Axon Cable работает на данный момент 700 человек. Компания создана в 2000 году. В этом году мы отмечаем 22 года. На предприятии мы поддерживаем наших местных художников, поэтому часто вы можете увидеть произведения искусства, что создает очень хорошее позитивное настроение для работников. На данном предприятии работает большая часть – это женщины, так как это требует больше внимательности и аккуратности. И мы постоянно ищем такие рабочие позиции, как оператор по сборке кабеля. На будущее нам требуется логистик, нам требуется технолог, нам требуется механик. Поэтому всегда будем рады приветствовать на нашем предприятии на наши вакансии. So Axon today have a turnover of a little more than 30 million euros. We are a little more than 700 employees in the company today. The main target, the main objective, and the main challenge is to prepare the company to be also here in 5, 10, 20 years. And for this, we need to prepare the company to be able to manufacture the product our customer will need in 20 years. And for this, we need to develop the skills of the worker, to find new people that will be able to achieve this target. Я работаю в отделе маркетинга и продаж. Да, моя задача – найти новых клиентов. Отдел маркетинга и продаж занимается постоянно организацией мероприятий для посещения нашего предприятия. Это студентов, школьников мы принимаем, а также какие-то другие делегации. Регулярно участвуем в таких крупных выставках, как Le Bourget, как МАКС, Дни предпринимателей на Латгальском регионе. То есть наша задача – привлечь как можно больше на наше предприятие работников. После получения заказа от клиента отделу логистики необходимо рассчитать все необходимые компоненты, которые потребуются для выполнения партии, затем проверить их наличие и в случае необходимости заказать, отправить закупочный заказ поставщикам. Затем, учитывая запрошенный срок клиентам, сложность выполнения партии, необходимо запланировать производство партии. Затем совместно с производством проследить за ходом выполнения партии и последующей отправкой клиенту. На нашем производстве мы производим пластиковые изделия, это коннектора и разъемы для автомобильной промышленности, насосов, а также систем отопления домов. В нашем производстве мы имеем около 20 литевых машин, 90 пресс-форм, и мы работаем круглосуточно. В нашем производстве работает около 160 работников, и в неделю мы перерабатываем около 15 тонн крошки. Thank you to have chosen Axon Cable. I hope that it gives you a wish to become an entrepreneur. Don't be afraid of your dream, don't be afraid to target high. You can be surprised with where you can achieve. I'm a good example for this one.